как начистить, пропитать и довести до блеска вашу обувь. Вам понадобится щеточка-аппликатор, щетка с конским волосом, мягкая тряпка, сидельное мыло, кондиционер для кожи, крем, воск, вода. Перед тем, как начать, вам нужно накрыть ваше рабочее место газетой или тряпкой. Чтобы приготовить ваши туфли для полировки, уберите шнурки. Далее, всуньте в туфлю деревянный брусок или свертки бумаги, чтобы придать им форму во время полировки. Первый шаг. Очистите обувь. Удалите всю грязь, соль, все лишнее. Это очень важно, ведь пыль, оставленная на туфлях, может испортить вашу полировку. Далее, слегка нанесите сидельное мыло на тряпку. Для кожи нужно совсем немного. Натрите поверхность обуви, чтобы очистить ее и удалить старую полировку. Дайте туфлям высохнуть где-то 10 минут или протрите сухой тряпкой, чтобы ускорить процесс. Второй шаг. Смягчите кожу ваших туфель. Я рекомендую делать это еженедельно, если вы носите эту обувь меньше 3 раз в неделю, или раз в месяц, если вы надеваете их редко, по случаю. Используйте тряпочку, чтобы нанести кондиционер равномерно по всей поверхности. Дайте кондиционеру впитаться и высохнуть где-то 20 минут. Вытрите избыток. Третий шаг. Нанесите крем-лак по всей поверхности. Используйте специальную кисточку, чтобы не упустить ни одну морщинку. Запомните, что в любом случае следует нанести в 2 слоя. Как закончите наносить крем, быстро пройдитесь щеткой из конского волоса. Это необходимо повторить под конец где-то через 15 минут, чтобы крем подсох. Далее нанесите полирующий воск по всей поверхности обуви. Оберните мягкую тряпку вокруг 2 пальцев и нанесите небольшое количество воска. Покрывайте поверхность кожи небольшими круговыми движениями. Пройдитесь мягкой щеткой из конского волоса и повторите еще раз или 2 раза, чтобы получился легкий блеск. Теперь нужно получить желанный зеркальный блеск. Сперва возьмите чуть-чуть воска на тряпочку. Опустите ваш палец в воду и оставьте каплю на носок туфли. Натирайте быстрыми резкими движениями, пока поверхность не станет чистой. Повторяйте этот шаг много раз. Таким образом, не особо напрягаясь, на одну туфлю уйдет где-то 20 минут. Что мы делаем? Мы наслаиваем воск и под давлением создаем зеркальный блеск. Сконцентрируйте внимание на носке. Не нужно натирать всю поверхность, ведь в тех местах, в которых кожа перегибается, полировка слетает сразу же. Так что носок – лучшее место для полировки. Возможно, еще и пятка. Если вы постараетесь, вы можете сделать так, что ваши старые туфли станут выглядеть лучше, чем когда вы их купили. Для более детального разбора процесса, переходите на статью «Как начистить туфли» на realmenrealstyle.com. Если хотите больше информации по выбору идеальной пары туфель, скачивайте мою книгу, в ней 85 страниц. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, пишите в комментарии, что вы думаете об этом видео.